Обеспечить приток инвестиций и создать благоприятное законодательное поле для работы зарубежных бизнесменов в Казахстане. По инициативе Верховного суда республики с этого месяца начал работать специализированный инвестиционный суд. По словам руководителя представительства Казахстанского института стратегических исследований в Алматы Мадины Нургалиевой, его деятельность поможет свести к минимуму разницу в положениях международного и казахстанского права. Если в Казахстане зарубежный инвестор признан виновным, да, у него есть какое-то нарушение, то в случае, если этот зарубежный инвестор идет в международные судебные организации, то получается зачастую так, что он прав в практике мирового международного права, а для казахстанского законодательства он проявил нарушение. Для того, чтобы ликвидировать вот эти вот нестыковки, создается вот такой институт.